Доброе утро, в эфире новости. С вами Анна Москаленко и сразу перейду к выпуску. Проект бюджета Алтайского края на 2022 год увеличится на 10 миллиардов 307 миллионов рублей. Кроме того, изменилась и его расходная часть на более чем 5,5 миллиардов рублей. Об этом стало известно на заседании по подготовке проекта краевого бюджета в окончательной редакции. По словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, общий объем расходов краевого бюджета в следующем году составит более 151 миллиарда рублей. В расходную часть попали инфраструктурные бюджетные кредиты, целевые средства и дополнительные решения. Наиболее крупные из них – это инициатива губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко по увеличению заработной платы неуказных категорий работников по дополнительной их индексации с 1 января 2022 года на сумму 6,4% с сохранением ранее к первому чтению запланированной индексации с 1 октября 2022 года на 4%. Таким образом, общий объем индексации фонда оплаты труда по неуказанным категориям составит более 10%. Кроме того, спрогнозирован общий объем доходов региона на следующий год. Он составит почти 141 миллиард рублей. Среди них 68 – собственные, 72 – безвозмездные поступления. Размер дефицита бюджета увеличится на 3,5 миллиарда. В нашем случае размер дефицита составит более 10 миллиардов рублей, что является допустимым по бюджетному законодательству. И к другим темам. 30 учреждений культуры Алтайского края прошли независимую оценку качества оказания услуг. За этот год эксперты оценили работу учреждений Завьяловского, Калманского, Краснощековского, Каменского, Первомайского, Тальменского, Тогульского, Тюменцевского и Шипуновского районов. Работу организации оценивали по особым критериям. Среди них доступность учреждений людям с ограниченными возможностями здоровья, комфортность предоставленных услуг и вежливость работников. Культурно-информационный центр Калманского района стал победителем среди муниципалитетов. Из краевых организаций больше всего баллов набрали библиотеки. Лидером стала краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. Независимую оценку провели по указу президента. Детский музей космонавтики появится в Алтайском крае. Он станет одним из объектов Государственного мемориального музея Германа Титова в селе Полковниково. В нем будут работать 4 площадки. Интерактивная экспозиция «От сказки к звездам», творческая лаборатория «Космотехнокласс», астрономический класс и кинозал. Также появится кафе для посетителей. Ремонтные и подготовительные работы уже завершены. Они длились в течение этого года. Открытие детского музея состоится 25 ноября в 14 часов. В числе почетных гостей – дочь космонавта Татьяна Титова, сослуживцы летчика и ветераны космических войск. Мероприятие станет завершающим в праздновании 60-летия со дня легендарного космического полета Титова. Напомню, 6 августа 1961 года он совершил 17 витков вокруг Земли, первое ручное управление космическим кораблем и провел 25 часов и 18 минут в невесомости. И к новостям спорта. Гимнастки Арина и Дина Аверины вернулись на родину после победы команды на чемпионате мира в Японии. Дина завоевала на соревнованиях титул четырехкратной чемпионки мира в индивидуальном многоборье. Девушка рассказала, что сразу после соревнований вместе с сестрой они отправились на отдых. Все благодаря тренеру Ирине Винер-Усмановой. Мы полностью, мне кажется, восстановились, накупались, назагорали, и поэтому сейчас с новыми силами будем думать, что дальше. Арина получила бронзу в личном многоборье в упражнении с лентой, а также серебро в упражнении с мячом и булавой. Она отметила, что выступление в Японии далось проще из-за акклиматизации. Но я думаю, из-за того, что мы были на Олимпиаде в Японии, и как-то на чемпионате мира нам было уже попроще и в плане акклиматизации. И программа уже была вся отработана, поэтому выступали более-менее спокойно. О дальнейших планах с точностью спортсменки пока сказать не могут. Рассказывают, есть несколько вариантов. Либо продолжить тренировки, либо лечить травмы, полученные во время соревнований. На этом у меня пока все. Хорошего дня!